Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-крошка, Робби и Тучка, пацаны, поздравайтесь. Привет, алейкум, братья. Ребята, сегодня у нас очень классная карта, которую мы не записывали уже больше года, а может даже и два. Называется «Миллион зомби». Если пьете кушать, приятного аппетита, у нас жесткая мочилова. Максим, ты какое оружие взял? Что-то у тебя за пекаль в руках. Я дигл взял. О, ты с диглом вообще хорошо стреляешь? Ну, да. Ну, да. Да. Сейчас, короче, увидим, как он стреляет по головам или нет. Так, идемте, надо агрить зомби, надо вроде сюда вот пойти. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, где-то зомби уже должны идти. Вот, зомби пошли. А ну давай, покажи, как ты по головам стреляешь. Ну-ка, где я их не вижу? Ну, Серега уже убивает всех. На, попал. Ха-ха, ты косой. Я попал. Есть. Не, мне было, как будто ты не попал. Блин, ну, мне урона как-то мало. Ну да, какой-то, мне кажется, он тут послабее будет. Ау. Одна волна, вторая, третья, и будет все больше, больше и больше. Привыкаем. А, у меня есть прицел на АВП, у меня что, мод стоит на прицел? А, у меня вообще халява. Читер. 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 Переводится учитель. Да. Че, убить не могу. Что такое? Это ты кинул, да, коктейль Молотова? Да, я. Молодец, Серега. Ой, красиво. Дима, сзади. Так кто там хрызет меня, челепиздрик? За ногу. Ого. Красиво разлетелся. Серега сегодня поджигальщик. Так, ладно, идемте дальше искать зомби. Они сейчас по всей карте должны разбрестись. Вот еще. Ого, их тут уже. Нифига себе. Ого, они кидаются. Кинул гранату, отбросил. Ты дурак, что ли, с детства? Awesome. Трубы бы разлетались. На. А это чтоб они знали. Тут сзади еще идут. Давай. Подхрабу убить не могу. Ого, ж подпрыгнул. Трупейшн. Я лучше возьму что-то свое. Ой-ой-ой. Не, ну, эта штука классно стреляет, но это немножко читерски. Но они так отлетают очень высоко. И неинтересно, да? Или интересно? Не, ну как, кишки неинтересно. Это мы сильно хорошо играем. Их, о! Надо брать что-то слабое. Хорош, что-то хорош. Хорош. Вообще. Ого! Телепортировался просто в небытие. А Серега и жгет просто, выжигает. А крошка умер. Максим, ты чё? Ну он у меня горел и шел на меня. Ты дурак, что ли, я сейчас умру из-за тебя, придурок, ты малолет. Лет меня. 4 хп осталось совсем. Кстати, тут есть нычки. Тут есть, я знаю эту фишку. Тут можно, короче, как-то патроны себе, оружие здесь находить. Вроде вот по перемычке надо пострелять. Вот ты что там стоишь? Вот не помню, здесь какая-то есть такая штука, или бочки надо как-то подорвать, и откроется, можно наверх, короче, подняться. Помнишь, Серега, эту фишку или нет? Во-во-во-во-во, что-то вот знакомое, вот вроде вот тут вот надо. Во! Нашел, ребята, нашел. Во-во, там уже жизни. Ого, сколько канистр попадало. Сейчас за ней подойдут, ребята, я взорву эти все канистры. Давай, давай, тут давай. Тут для меня куча. Ух ты. Подожди, Максим, я скину гранату. А, может и бочки на голову было сбросить. Да. Бу. Максим эпично отлетел, мне понравилось. Че ты, бомжара? Бомжар. Ого, прилетел. Ой. Да ё-моё, не хотел, не хотел. Что ж ты так делаешь? Да я не специально, блин, ты видишь, ты не увидел бомбу просто, ну гранату. Блин, Дима, ладно. Нормально, так я их раскидываю. А я не знаю, что... Че, взрывы так в темноте эпично сделаны? Хорош. Ну, сколько сгорело зомби, Дима, типа, я обожаю. Да. Я обожаю, когда их сжигают. Ты вообще сегодня, я вижу, Серега, пожарный, да? Пироман, антипожарный. Пироман, блин. Ой-ой-ой. Нравится? Не. Они горят. И кричат. Они аж почернели. Я вот пытаюсь, у меня 33 хп.
Ой, сейчас кто-то умрет. Сразу двоих вынес. О, я слышу быстрых зомби, ребята. Капец, это все, это пошли смерть. Быстро. А, можно головой. Что? Меня штука головой это убила. Вот ты прям что. Максим, давай! Мочи их! Я помогу! Я хочу взять! Пригвоздил. Псих, псих! Хорош. Арбалет тоже сила. Это 400 килл зомби мы убили. Арбалет сила, зомби могила. Ну да. Серега, как всегда, поджигает. Но тут все горит, он все поджигает. Давай, давай, Сережечка, жми. Я что-то думал, нам будет тяжело, их будет очень много. И мы вообще психи. Я вообще один раз и умер, и то сам себя убил. Надо просто быстрых зомби. Это да, будет классно. Я не знаю, что брать. Это большой выбор, да? Да, очень большой. Бери по порядку. Сейчас еще C4 возьму, да, по порядку. Да, да. О, давайте повоюем оружием любым, каким хотите. О, а это я поддерживаю, давай. О, давайте футуризм добавим немножечко. Я ой, блин, шутка. Серега! Я умер. Ты зомби слился, тогда я случайно по тебе... Угодный выстрел, что ли, убивает? Ну да. Ну да, один выстрел. Куча зомби здесь, мне это нравится. Видите, как я их щелкаю? Классное оружие нашел, бомбейское. А откуда ты нашел его? РСМ-2. А-а-а. Один патрончик, пум-пум-пум-пум. Серега мечом их... Этим... О, Серега вообще разозлился. А ну где ты, мечник? О. А ты этим мочишь. Так смотри, как оно убивает их. Хоть такой найдешь зомби, не мочи его. Окей. Идем, идем, покажу тебе. О, смотри, иди сюда. Смотри на зомби. Я понял. Бегу, на. Дима, я их просто рублю. Да я вижу. На. Хорош, да? Реально. Хорош. Рыльно. О, тут нычка где-то есть. Вот что тут светится? О, Дим, иди сюда. Они вот, взрывай. На здоровье. Да. Что так громко взрывается? Потому что да. Мужики, не переживайте, всех убьем. Оно же освещает карту этот выстрел, когда отлетит. А что ты там? Джавелин взял. А, джавелин. Смотрите, когда стреляй, как подсвечивается улица. Смотрите. Давай. А я ой-ой-ой. Я не знаю, что там Максим стреляет, почему. Там просто уничтожается все один выстрелом. Тут какой-то ядовитый хедкраб появился уже. Да? Типа и токсичный, что ли. О, все посмотрим. Ого. Вот еще один. А, пошли, да, вот эти, которые бросают. Ребята, мы переживали. Ого, там карта подсвечивается, класс. Ты сейчас меня взорвешь. Что здесь взрывается? Это ты взрываешь? А то, блин, я? Я не знаю, это ты или не ты. Оно, короче, не летит просто далеко. Блин, она не может... Ладно, где моя РБКшечка родная? О, ты тут-то. И я тут-то. Только штанины зомбичачьи отлетают в разные стороны. Штанины не надо? Я твою задницу прикрываю. Спасибо. Ой. Так, а где Серега? Где Максим? Вот Максим. Ого, пулемет больше, чем Максим. Да. В нем бесконечные патроны. Я аж троих шотнул. Нифига. Вот эта карта подсвечивается, классно. Ой, Серегу я убил. Спасибо. Да не мазай, что, Сережечка. Как кто у нас тут лазит? О, да, хедкрабы пошли вот эти вонючие. Надо его наказать.
Это все. Ау. Так, ну что, где зомби мощнее? Но мало. Мы уже разошлись тут пулеметы, базуки, джавелины, РПГшки. А зомбаков нету мощных. Ой, а что я? А, я умер. А всё, Серёга? Да. Я помог тебе. Блин, ну как ты, вот помню, мы наверх могли залазить? Я бензопилу возьму. Ой. Бум. Серёга, я залез наверх. А как? А там лестница есть с той стороны дома. А где? А. Да я пошутил, я залетел. Тут нычка, видишь, есть на карте нычка, что здесь? Да. Не, вот давайте просто пролечу и посмотрим, может какие-то есть нычки, которые мы никогда не замечали. Ну просто для прикола даже. На. Не, значит, а вот, а да, тут мы были, наверху ничего не запрятано. Ну так сделано, как будто реально можно поверху уходить. Видите, здесь вот такие доски лежат. Как наверх подняться? Это какое-то новое оружие? А это я минирую карту всю, потому что мне не нравятся эти зомби. Это джавелин только... Это да, увеличенном масштабе, да. Я минирую всю карту. Ну чё? Это я уже сколько, ракет 10 поставил? Это будет жестко, это будет очень жестко. Я надеюсь, что они все между собой активируются. Ребята, вот сейчас вы будете наблюдать эпические кадры. Ой. Полетела ракета. Эй, давайте бежать. Да вот, некуда пошел бежать. Пошел взрыв. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, только написано, что там чему-то и тучка убивает всех. Это классно. Там еще активировались ракеты. Хана всем зомби. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, смотрите наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Ну всем пока. Bye-bye.